Это Никита и Саша. Вот уже третью неделю мы наблюдаем, как ребята выбирают свое первое в жизни жилье, и стараемся помогать им, чем можем. На этой неделе Саша и Никита отправились на стройку и своими глазами увидели, какой он, их возможный будущий дом. Чтобы составить более полное впечатление, мы пошли смотреть сразу на два недостроенных здания. Первым ребята поговорили с прорабом и посмотрели, как застывает морозостойкий бетон, но сами оказались не слишком морозоустойчивыми. Продрогнув, мы отправились во второй дом, где уже запущено отопление, и первым делом забрались в котельную. Здесь ребята расспросили прораба обо всем, что обычно скрыто от глаз жильцов. Что это такое? Что это за большущее? Это у нас дымоходы, которые подключены. Вот один дымоход к дальнему котлу. Здесь будет выходить второй дымоход к этому котлу. То есть все скапливающиеся газы там ненужные выходят наверх. Нам рассказали про все коммуникации и даже разрешили понаблюдать за ответственным процессом – установкой второго отопительного котла. Согревшись, мы направились в то помещение, которое ребята думают купить, и снова не удержались от множества вопросов. На этот раз нашей жертвой стал один из строителей. А как будут потом обделаны все стены? Стены штукатуриться будет, а щели все будут закидываться раствором. Ага, а на пол? На пол будет налита стяжка. Это будущая студия площадью около 25 квадратных метров с балконом и совмещенным санузлом. Скромно, но если грамотно расставить мебель, может получиться вполне уютно. Интересно было посмотреть, как вообще все тут устроено, когда нам все показали, рассказали. Но правда немножко тесновато выходит, особенно если жить втроем. Да, для троих тесновато, когда детей будем заводить. Может быть, стоит подумать, как-нибудь соединить две квартиры, чтобы было места побольше. Саша и Никита решили, что им нужно время обдумать варианты, найти деньги на соединение двух студий, купить пока одну, а о расширении подумать позже или придумать еще что-то. Скорее всего, мы не встретимся с ними через неделю, но ребята обещали не теряться и позвать нас сразу же, как только что-нибудь решат. Группа компаний «Уральская крепость». Улица Хохрякова, 10, офис 101. Телефон 361-32-85. Заходите на наш сайт www.уральскаякрепость.рф. Дизайн, строительство и отделка коттеджей и квартир, магазинов и офисов под ключ. А также хит строительного сезона – малоэтажное строительство с компанией «Фронтстрой». Приезжайте. Улица Высоцкого, 4Б, офис 36. Звоните 345-73-75. И знакомьтесь www.фронт-строй.ру.